Знаете ли вы, что экономия энергии позволяет снизить загрязнение окружающей среды? Одна такая лампа в 5 раз эффективнее, нежели привычные всем лампочки Ильича. А как сберегают энергию архангелогородцы, узнаем прямо сейчас. Да, я сберегаю энергию, когда ухожу из своей квартиры, я выключаю свет. Ну, экономим, как сказать, пытаемся поменьше включать свет. А что еще делаете, как с приборами? С приборами пытаемся выключать их, чтобы не тратить лишнюю электроэнергию. Я как раз таки этим вообще не занимаюсь, потому что когда жила с родителями, приходилось этим заниматься, вот, а сейчас, то есть, не берегу, пользуюсь сколько нужно. И, в принципе, меня платежи устраивают. А как думаете, нужно беречь электроэнергию, ведь от этого зависит состояние, да, окружающей среды и так далее? Не знаю даже, как-то не думала об этом. Конечно, у нас во всем доме стоит светодиодное освещение, которое экономит электроэнергию, и ну, наши затраты, наверное, тоже семейный бюджет, так можно сказать. Ну и стараемся свет выключать. А что касается приборов? А приборы, как бы стараемся класс А+, по-моему, или А2+, которые экономичные, там, холодильник, электроплита, то есть покупали технику, обращали внимание, вот, же квартиру, когда покупали, на приобретение, это тоже. Потому что у нас электроплита, это, ну, много достаточно до этого брала, сейчас мы подключили вот класс энергосбережения, достаточно, ну, экономия приличная.